Первый заместитель главы Анапы провела оргкомитет, посвященный торжественному открытию курортного сезона. Рабочих моментов много, и мелочей среди них нет. Участники оргкомитета обсудили вопрос движения общественного транспорта. 13 июня в связи с проведением праздничных мероприятий будут перекрыты улицы Крымская и Ленина. Автобусы пойдут по Самбуровой и Шевченко, а также по Черноморской и Ивана Голубца. Праздничное оформление городских улиц должно быть завершено к 10 июня, поставила задачу управлению ЖКХ Светлана Яровая. Коротко о праздничной программе рассказала начальник управления культуры. Приезжает Игорь Николаев и Юлия Простолькова. Приезжают коллективы филармонии, продажу цветов, шоу-барет, престиж, кубанская казачья горница. И коллективы из Крыма, шоу «Великаны» и «Живые статуи». По традиции, вечернюю программу, запланированную на Театральной площади, будут транслировать в прямом эфире на канале РЕН-ТВ.